Под Ширяевским судом уже несколько дней проходит акция протеста против деятельности судьи Сергея Полия. Участники нескольких общественных организаций обвиняют госслужащего в вынесении незаконных решений. Все это время суд находится в блокаде активистов. Вот эти люди говорят, что они патриоты. Мужики, тетушкам! Ганьба! 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 Сегодня стало известно, что полиция задержала 11 участников протеста и подтвердила факт того, что один из активистов бросил здание суда коктейль Молотова. Его личность устанавливается. Открыто уголовное производство по статье «Хулиганство».